Ульяновская область не первый год принимает участие в программе сохранения уникальных водных объектов, по которой в 2021 году и восстановили в течение 2 месяцев родник в деревне Герасимовка Цельнинского района. Цельнинский район, хочется отметить, что очень качественно, очень в срок выполняет эту работу. Если мы говорим о том, что в среднем мы выделяем на район по 100 тысяч рублей, то они умудряются за эти деньги восстановить 2 родника. Поэтому этот родник был нужен. Действительно, была встреча губернатора, личная встреча с жителями села. Единственный источник водоснабжения восстанавливали не только силами подрядчика. Сами жители активно включились в работу. На роднике установили новое кольцо, отремонтировали домик и ограждение, заменили настил для забора воды и благоустроили территорию вокруг. Всего в 2021 на обустройство родников в Ульяновской области было выделено 2 миллиона 400 тысяч рублей, за счет которых преобразились 29 водных источников.